I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Всем привет! Привет! Сейчас утро, мы приехали вчера очень поздно в Кабулете, уставшие. Легли спать, ничего не хотели. А сегодня мы вышли, вот сейчас идем на набережную, на пляж. Сегодня целый день проведем в Кабулете. Покажем вам этот маленький городок. И вот здесь вот сзади немножко солнца. Вот этот дом, в котором мы живем. Вот кафе «Оазис». И сверху окошко, и вход на балкончик. И вот там вот наш номер справа. Номер мы не снимали, обзор не стали делать, потому что все стандартно, обычно. Внизу кафе, где очень вкусно кормят. И мы идем на пляж. Мы нашли переулок, через который мы сможем выйти на центральную набережную. На пляже очень немного людей. Почти все пляжи в Кабулете галечные. Есть крупная галька, есть более мельче. И, кстати, протяженность пляжей почти 10 километров в ту сторону. И мы сейчас немножко пройдем по набережной. Там дальше есть очень красивые сосновые рощи. Местные говорят, что в августе здесь будет очень много людей. Но так как сейчас начало июля, то здесь свободно. Я переживала, что мы выйдем на пляж, лечь будет негде. Но нет. Вон туда далеко можно идти, идти. Даже не видно вообще конца этим пляжем. Здесь практически на каждом доме висят таблички «Сдаем комнаты», поэтому можно просто приехать в Грузию, ничего не бронируя, и за один день найти себе какую-нибудь квартирку. Да, в Кабулете вы легко найдете жилье, это однозначно. Можно выйти на набережную, либо на вторую улицу, вот где мы живем за набережной, там будет немножко дешевле. Дошли до пляжа, где очень много народу. Я не знаю, в чем подвох, но я думаю, что, наверное, сверху есть какие-то санатории. Да, и чувствуете разницу? Те пляжи, на которых мы только что были, полупустые, и вот это вот. Я не знаю, как это назвать, наверное, муравейник. И я точно не пойду на этот пляж. Нет, мы его проходим мимо однозначно. И сейчас покажу наверху вот эти вот дома отдыха, там что-то их очень много. И все спускаются сюда вниз, на этот пляж. Вот здесь наверху вот это большое здание, такое жилое, как дом отдыха. И вот те вот дома тоже все сдается. Набережная Царицы Тамары. Тамар, да, красивое такое название. Вот здесь велосипеды тоже можно снять на прокат. Но мы решили, что на великах мы будем кататься в Батуми. Это место на набережной мне напоминает Крым. Я там провела все детство, и вот именно сосны и море. И идешь здесь совсем другой воздух. У нас в Одессе он не такой. Мы забыли, что мы не завтракали еще сегодня. Сейчас зайдем в какую-то кафешку. Мы проходим мимо пятизвездочного отеля. Называется Georgia Palace. Территория зеленая, есть бассейн, спа. Мне кажется, это один из самых красивых отелей в Кабулете. И самых дорогих. Да. Но мы все равно большую часть времени гуляем, поэтому не было смысла брать такой дорогой отель. Это точно. Мы в номер будем приходить поздно ночью. Сейчас понюхаем такие цветочки на запах. У них запах еле ощутимый, но приятный. А красивый, да? Да. Боже, я когда такие делаю поделки, я уже больше цветочков не вижу. Очень много.
много километров прошли по набережной, но кафешек немного, совсем немного. Некоторые еще закрыты, так как утро. И довольно-таки, наверное, на расстоянии метров 300 они друг от друга расположены. И мы все-таки решили позавтракать, выйти сюда, на нашу улицу, где мы живем. Покушаем и вернемся на пляж. Там только что девочка бегала в фонтане. А вон она. Я сейчас схожу в кафе, позавтракаю, потом тоже хочу покупаться там. Да, Ася сказала, что она сейчас сюда вернется. А ей классно, что... Я впервые пробую грузинскую кухню. Ну, ты вчера ела вечером еще. Ну да, но вот хинкали я еще ни разу не ела. Надо зафоткать. Кому чего, да? Порция салата огромного размера. Хорошо, что мы не додумались заказать два салата. Посмотри, мы даже вдвоем это не съедим. Я прочитала, что в одном хачапури по-аджарски 600 калорий. Ого! Бегать срочно, да? Ася тут считает шаги, сколько она прошла в день. Приложение себе поставила специальное на телефон. Да, я сегодня прошла 5036 шагов. 5 километров. Мы очень сильно переели, и теперь идем на море, наконец-то. Уже как бы обед. У нас а это был завтрак, да? Все, я до ужина не ем, это однозначно. Надо больше ходить. Подходи так близко. Что, холодно? Нет. Бассейн. Да. У меня теперь вся голова мокрая. Да какая разница, мы на пляж идем. Раз, два, три. Очень понравилось, и это даже лучше бассейна, потому что, не знаю почему, но мне очень понравилось, и у меня теперь вся голова мокрая, я сначала не хотела ее мочить, но так уж вышло. Ты на отдыхе, расслабься. Да, и мне ноги очень пекут, потому что горячая спальня. Мы до моря никак не дойдем. Thank you.
позагорались, накупались. Сейчас будем потихоньку идти домой. А вечером выйдем на наш пляж возле нашего дома. И будем встречать закат солнца. В Кабулете очень красивая набережная и Приморский парк, по которому мы сейчас идем. Тут очень классно, тенистые аллеи, ветерок. И очень красивые кустарники, да, цветущие. Мы сейчас идем по самой длинной улице в Кабулете. Ее длина 12 километров. Хотя всего в Кабулете две улицы. Одна, по которой мы сейчас идем, а вторая чуть дальше. Она выше, получается, идет параллельно. А здесь 50 метров до пляжа. И эта же улица является дорогой до Батуми в ту сторону. И на Тбилиси идет дорога через Коти, Зугдиди туда, в ту сторону. Но есть еще маленькие переулки, но я сейчас о них не говорю. Да, мне кажется, заблудиться здесь невозможно. Нереально просто. Наш домик, который мы сейчас снимаем, находится на этой же улице, и поэтому мы просто идем прямо, никуда не сворачивая. Воды надо купить за эти, кстати. Да. Полотенца нет.